Здравствуйте. Я Роман Тарасенко, предприниматель и консультант по маркетингу. И недавно я наткнулся на удивительный факт, которым бы я хотел с вами поделиться. Дело в том, что так сложилось, что в нашей стране есть 20% людей, которые вообще не уделяют внимания своему здоровью и ни разу не обращались за медицинской помощью. Есть еще 60% людей, которые обращаются за медицинской помощью, когда их по-настоящему прижмет. И только 20% тех, кто ходит и регулярно проверяет свое здоровье. А мне очень хочется, чтобы наша страна, наша нация была самой здоровой страной. И мне хочется, чтобы мы как можно чаще ходили в больницы только для того, чтобы проверять профилактически свое здоровье. И никогда не лечиться. Будьте здоровы!